Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня я буду готовить такую скорую закуску из утиных грудок. Только что их купили и есть очень хочется. Поэтому мы быстренько решили приготовить их в микровыле. Как мы это будем делать? Сейчас расскажу. Так, что мы сделаем? Мы будем делать надрезы сверху, именно со стороны, где жирок, где кожица. Для чего? Почему именно так? Где кожица, здесь пожирнее. Мы положим мяском вниз и сверху, чтобы как бы этот жирок вытапливался, чтобы вытопился лишний жир. Так, теперь вот смотрите, у меня есть, сегодня купили на рынке, называется «Золотой суп» приправа. Она продается в таком весовом варианте. Вкусная штука. Вот так. Еще, кроме того, мы сделаем 2 зубочка чеснока. Выдавлю. Вот так. И натираем, чтобы вот эти поры... Так, немножечко надо посолить. Про соль я забыла. Перчить нам уже не надо, потому что здесь у нас и остренький перец немножко есть, и красный. Вот делаем вот такую штучку. Так, и это я буду готовить в микровеле. Вот так вот ложу мяском вниз. Теперь я накрою крышкой, и картошку ничего мы не будем добавлять. Мы так, как говорится, перекусить. Это отправляю в микровель. Ну вот, друзья, за 10 минут все уже готово. Но смотрите, сколько сутки вытопилось жиру. И жир мы этот есть не будем. А вот так вот уточку вытаскиваешь. Вот это другой разговор. Так. Жиру смотрите, сколько вытапливается. Ну, жир можно использовать на что-то другое. Можно собакам сварить еду какую-то. Вот. А так посмотрите, какая уточка со специями. Просто прелесть, просто прелесть. Ну вот, наша закуска после базара готова. На этом все, дорогие друзья. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых.